новом канале Сафирка Плей. Сегодня мы будем опять играть. Будем продолжать играть. Будем мы опять продолжать играть. Играть в Red Ink. Это замечательная игра, которую я буду играть. Сейчас очень много лайков. Сидит очень мало лайков. Поддержите меня, пожалуйста, лайками. Но мы начнем. Мы не будем сразу ребенка. Ребят, сегодня... Ну, начнем. Мы будем врачом таким. И у меня все лагает, подвисает немножко. Ребята, у меня есть даже аптечка, я не знаю, что с ней делать. Наверное, что-то с ней надо делать. Пишут все по-английски. И лагаю, тут у меня подвисает все. Даже на бегом туда. И хотят, чтобы я матюкала. Но я не хочу матюкаться под видео, ребят. Из-за этих лаганий я не успею за автобусом. Я не успела за автобусом! И меня лагает сразу! Ребята, сразу меня лагает! О! Уселась! Уселась Сафирка Плей! Наконец-то я уселась! Кто-то с дубиной идет, у меня лагает, ребят. Все, приду. Ребят. Ребята, я снимаю ночью, кто не заметил. Такая музычка сразу идет, музычка. Такая, добро пожаловать в твой новый дом. Если она будет не лагать у меня, если она будет у меня лагать, тогда я буду обижена. Сразу лагает, вот сразу, когда я захожу. Вот. Это все нашли. Надо свое любимое место. Сафирка. Сафирка Плей. Тут у меня написано Сафирка Плей. У меня ключ. Тут, ребятушки, тут ребята, тут у меня ник есть свой. Сафирка Плей. Да, у меня такой ник. Я в розовой комнате опять поселилась. Не надо. Ну, мой комп. Так, буду играть в игры. В моей комнате никого тут нет, отлично.
Это пин-комната. Угу. Надо ли ключ от дома? Я должна... Котик! Рыжий котик, как мой бублик. Давайте мы его. Я его приручила? Ай! Всё, что за гром подвал? Смотрите вниз. Это моя яблочко. Вот новости. Вот же моя надпись Софирка Плей. Новость будет через очень много недель. Мы с каким-то пацаном сидим и смотрим будет телек. И какой-то телек смотрит. О, у меня самый-самый большой. Вау. Разжижный. Хаба я прям. Он написал любовь. Что? Кстати, ребята. Кстати, если написать мой ник Софирка Плей, что я желтый? У меня желтая надпись с рыжим котом и с бубликом. Надо быстрее поспать. Надо поспим, что ли? Где моя розовая комната? Вот моя розовенькая комната. Не спите. Новости. Это старые лавы. Я сплю себе спокойно и буду себе монтировать. Я монтирую ролики. А, помонтировала я. Сразу энергия прибавляется, отлично. Нам нужна уже полная энергия. Вы лечите. Вы на моем канале Софирка Плей. Она тоже да. Ребята, кстати, это моя кровать Софирка Плей.
тут, кстати, написано Сафирка Плей. Это моя, кстати, моя розовая комната. Хорошо, ну что моя розовая комната. Эппинг комната была атакована. Мана даже тут скупаться. У меня 10 доз. Пописью. Очень много детей, вам не кажется? Если не помните. Раз с этим подружимся.